Путешествие второе. Марианская впадина, день первый. Мы находимся посередине Тихого океана на борту российского исследовательского судна «Доктор наук профессор Шварценгольд». С него наш отважный соотечественник Конюх Федоров собирается совершить погружение в Марианскую впадину. Это самая глубокая точка мирового океана. 11 тысяч метров ниже уровня моря. Скажите, Конюх, а что представляет собой аппарат, в котором вы совершите погружение? Аппарат представляет собой таз. Медный, очень большой. Потом я, вдетый в таз, потом мои ноги, и к ним привязана специальная болванка, ну, чтобы идти ко дну быстрее. Ага, а как будете решать проблему нехватки кислорода? А чё ж нехватки? Таз же объемный, 20 ведер, там воздуху знаешь сколько? Сколько? 20 ведер, и я в нем внутри, и дышу. А, простите, а углекислый газ куда? А я в этом путешествии решил его не выделять. А если вы внутри таза, то как же вы будете видеть все, что вокруг? О, а я уже две дырочки в тазу проделал. Через них и буду видеть. Так в них же будет вода заливаться. А я их уже заделал. А как же тогда видеть? Я ж говорю, дырочки проделал. Так вы же их заделали. Конечно, в них же вода заливаться будет. А как же вы будете видеть? Да ты же уже спрашивал. А, да, извините. Путешествие второе. Марианская впадина, день второй. Мы продолжаем серию репортажей о попытке Конюха Федорова совершить погружение в Марианскую впадину. Сейчас Конюх как раз собирает спускаемый аппарат. Конюх, что вы делаете? Собираю спускаемый аппарат. А как? Прикрепляю к себе таз специальным липким скотчем, ну, чтобы высвободить руки. Эксперименты будете проводить? Ну, если понадобится. А так вообще, чтоб почесаться. 11 же километров, всяко может случиться. А ногами-то не почешешься? Я к ним болванку привяжу, 70 килограмм. Зачем? А чтоб не мучиться долго. Ну, в смысле, чтоб до дна быстрее добраться. И за сколько думаете достичь дна? Ну, думаю, минут за 10. 11 километров за 10 минут? Да, тут же не идешь, а падаешь. Я проверял, скинул болванку с 6-го этажа, секунда, и она на земле. Единственное, собачку соседям пришлось компенсировать. А так хорошо прошел эксперимент, быстро и громко. А подниматься как планируете? Ну вот, ну куда ты гонишь, корреспондент? Ну куда гонишь-то, ну? Сначала спуститься надо, а потом уж думать, как подниматься. Проблемы надо решать по мере поступления. Да шучу я. Тут на корабле огромный магнит. Нами разработан условный сигнал. Я кричу «подымай», магнит подключают, и меня вытягивает на поверхность болванкой кверху. А как будете бороться с давлением воды? Так надо мной же таз, на него и будет давить. Я же его для того и взял. Ну все, все, корреспондент, все. Завтра приходи, завтра буду совершать пробное погружение. Путешествие второе. Марианская впадина, день третий. Мы продолжаем серию репортажей о попытке Конюха Федорова совершить погружение в Марианскую впадину с помощью медного таза и чугунной болванки. Сейчас происходит пробное погружение. С помощью двух моряков Конюх был выброшен за борт, и сейчас его удерживают на глубине 2 метров багром и веслами, чтобы проверить связь. Я опускаю в воду фонендоскоп. Алло, Конюх, вы меня слышите? Прекрасно, прекрасно, связь есть. Хотя пока не очень понятно, что говорит наш путешественник. Конюх, как самочувствие? Поднимай меня быстро, а то задохнусь. Все еще не понимаю. Возможно, Федоров интересуется, что это за плавники и хвосты появились над водой рядом с местом погружения. Прервем погружение и выясним, что же хочет сказать наш великий современник. Ай, дай весло, дай быстро весло. На, скотина, зубастая, а? На, зараза, в ногу укусила. Ну что, Конюх, как первые ощущения? Да так себе, там же, оказывается, воздуха нет совсем. А еще эти акулы. Надо будет москитолом намазаться и укус этот продезинфицировать. Думаю, 2 бутылки водки хватит. 2? Согласен, корреспондент, 3. Это ж не комар, чуть ногу не оттяпал, а? У меня их, правда, 2, но все равно жалко. Я же ими хожу, вот. Но я тоже ее шваркнул, ты же видел, а? Да. Путешествие второе. Марианская впадина, день 4. Мы продолжаем серию репортажей о попытке Конюха Федорова совершить погружение в Марианскую впадину с помощью медного таза и чугунной болванки. На сегодня намечен старт. Над поверхностью моря на лебедке висит таз, к нему скотчем прикреплен Конюх Федоров, к его ногам привязана 70-килограммовая болванка.
Через секунду трос перережут, и наш великий соотечественник начнет погружение. Конюх! 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 Ну что ж ты делаешь, корреспондент? Ну громко же! От лица всех слушателей желаю вам удачи и хочу вручить вот эти подарки. Вот чеканка ученика 5 Г-класса Саши Жигалкина, где вы изображены в виде Льва Толстого. Спасибо! Ух ты, смотри, правда, как я здесь на Толстого похож? А вот телеграмма от жены. На обратном пути купи кефир и 30 яиц. Скажите, конюх, а какие последствия для науки будет иметь ваше погружение? Да все будет с наукой нормально, никаких последствий, не переживайте. Ну что, мы все верим в ваше удачное возвращение. А я вот не очень. И вообще, вот я думаю, нахрена мне все это надо? Как? А повышение престижа России? А это мне нахрена надо? Конюх немного нервничает, а капитан тем временем обрезает лебедку. Счастливого пути, конюх Федоров! Ух ты! Ой, холодина какая! Ой, ну ладно! Путешествие второе. Марианская впадина, день 5. Продолжаем серию репортажей о погружении конюха Федорова в Марианскую впадину. Уже можно сказать, что попытка удалась. Нам известно, что конюх достиг дна ногами, и мы пытаемся выйти с ним на связь. Алло, конюх, вы нас слышите? Прекрасно слышу! А скажите, что вы там видите? Себя вижу. Отражаетесь в чем-нибудь? Не, у меня глаза повылазили, но на ниточках держатся, так что я себя с расстояния 3 метра вижу. Маленький такой, с кулачок. Сдавило меня, ребятки. А как там вообще? А чё вообще? Тут кроме меня никого нет. Ой, холодно. Я с собой кипятильник взял, но не во что воткнуть. Ой! Что случилось, конюх? Таз меня догнал. Я ж его на 6-м километре потерял. А как вы дышите? Пакетик целлофановый. Жена с собой дала. Я в него и курю, и все остальное. А сколько еще планируете там находиться? А нисколько! Тяните меня быстро! Очень на родину хочется! Итак, начался подъем. Наш прославленный соотечественник стремительно приближается к поверхности. Вот он ударился о корабль. Вот еще несколько раз ударился о корабль. А вот и он! Ух ты! Ой! Что это? Осторожней, конюх, не наступите, это глаза. Да я вижу, вижу, лови, лови. Да-да-да, вот. Поймал? Да. Вот хороший мой, спасибо. Ой, ух ты, красота какая. А сколько, мужики, километров до Челябинска, а? Кум у меня там, ага. Вот он квасит, поехали к нему, а? Ох, мужики, как эти рыбы водою дышат, а? Итак, установлен новый мировой рекорд.